Всем бобра, дорогие друзья, с вами Веди, и сегодня мы с тобой продолжаем, начинаем играть в SCP Containment Breach. Игру начали активно обновлять, я думаю, потому что ребята из SCP, которые авторы, узнали, что Unity поднимается ничего не активно, SCP на Unity, поэтому они решили обновляться гораздо активнее, а я и не против. Вот, поиграем с тобой, посмотрим, что у нас здесь нового. Я соскучился по этому SCP. Я не знаю, кстати, по какой причине я его не снимал раньше. Я его что-то начинал снимать, потом внезапно прекратил. Я не знаю почему. Вот это вот я, смотри, вот это вот я. Когда вы просите у меня теории по ФНАФу, рассказывать не о чем. Оставьте меня в покое. Я хочу снимать другие видео. Короче, вот эта вот игра очень классная. Если вдруг я не знаю, что ты ее должен узнать. Я надеюсь, она не будет у меня вылетать. Потому что она может вылетать. Ебать. Потому что это факт. Так, возьми вот это, да. Почитай вот это. Я знаю, что есть русская версия, но она более старой версии. Ну ты понял, да? Она 1.3.10 это русская версия, 1.3.11 это английская версия. Эй! Открывай дверь! Я знаю, что вы, говнюки, там ходите. Идите сюда. Мне, блин, надоело спать на этой вонючей кровати, которая похожа на кирпич. Я тебя ушатаю этой подушкой. Ты видал, какая она каменная? Этой подушкой реально можно кого-то убить. Ну, класс. Так, ну и чё? Чё ждём-то? Хотите, чтобы я посчитал? Ну, я посчитал. Запомните свое место и, короче, звездуйте отсюда. Поссать можно? Закрыто. Здрасте. Здорово, мужик. They've got some work for you. Do me a favor and just follow me. Работа для меня есть, хорошо, я понял. Мужик, ты стрёмный, а вот ты хороший. Ты стрёмный. Пойдёмте. Бля, ну у тебя и походка. Тебе, по-моему, штык какой-то в задницу сунули. Что это такое? Ребят, почините, пожалуйста, свой свет. Вызовите электрика. Бля, совсем противно. Здорово. Так, попёрнул. Мы слишком много шуток про пердёж, что я знаю, но просто слышал вот это. Я всегда негодовал на шутки про пердёж и сам их использую. Ты должен был бороться с ними, а не примкнуть к ним. Они разговаривают, типа, это твой первый день на работе. Эй, здорово! Не поздоровался со мной, но так. Никогда мне не нравился. О, смотри, есть ученые, которые прям работают. Подожди, ребят! Подождите меня, пожалуйста. Да, я испуган. Этот ученый, по-моему, там не работает. Слышь, этот ученый просто там рукой вот так вот держит на компьютере и все. Че? О, я думал, ты мне батончик шоколадный дашь. Угу, я понял. Смотрите на него, короче, иначе он вас убьет. Подожди, я один к нему пошел? А где мои друзья? А, вот. Здорово, друзья. Я уже думал, мы без вас. Спайс, чтобы блинкать. Да-да-да. Хорошо. Ребят, давайте, пойдемте. Все будет хорошо. Все будет хорошо, дружище. Я с тобой. Я с тобой. Все будет хорошо. Выпустите меня отсюда! Все будет хорошо, ребята. Подойдите, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Мне не нравится. Ребят, давайте моргать по одному. Все пошло не так. Все пошло не так, как я планировал. Мутак, стреляй по нему. Хорош. Все, пока, 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 пока. F5, чтобы стрелять. Понял вас. Погнали отсюда, погнали отсюда. Все, нахрен это дерьмо. Закрой дверь, закрой дверь. Феня. Феня, где он? Так, от кого спрячешься? Кого ты прям... Феня! Я понял, я видел Феню. Шип, что мы... Да, бляха, ничего не работает здесь. Где сам Феня-то? А, я понял. Все, я понял, все, я понял. Сохранились. Пошли. Феня, ты тут? Феня! Феня! Крикни, если ты тут! Да чё ж двери-то все закрыты? Так, хорошо, Феню не слышу. Его можно слышать по звукам. Точка. Его можно слышать по звукам. Запомни, это важная инфа. Так, нам нужно найти здесь какую-нибудь карточку. Слушай. Я надеюсь, Феня не подкрадется ко мне там сзади, нет? А-а-а! Отлично. Так, нет, давай дверь закроем. По-моему, Феня туда пошел, поэтому я пойду не туда. Здорово, огромный шкаф. Пойдем посмотрим. Нам нужно первым делом найти... А!
Ты что, сука, пугаешь-то? Да, согласен. Хорошо сказано. Я б лучше не сказал. Закрылись. Летающие мужики! Аллилуйя! Ух ты! Так, но мне кажется, это плохая вещь. Там, бля, только что мужик появился из воздуха. Я туда не пойду. Я туда не пойду ни в коем случае. Какой-то гнилой мужик. Так, ладно, пойдем. Все нормально, все нормально. Не беспокойся, не беспокойся. Вот моя рука, видишь мою руку? Моя рука успокоит тебя. В любой сложной ситуации смотри на мою руку и знай, все хорошо. Загрузка, бля, все плохо! Загрузка не просто так. Я там что-то слышал сейчас. Там какой-то звук, там какой-то шум. Так, сюрвейленс камера. Ну да, дверь не работает, ну конечно. Ладно, пойдем. Что за звуки, бля? Двери открыты. А, вон. Тут дед был. Так, нормально. Дверь я за собой не закрыл? Так, кому-то не очень хорошо. Я понял. Бля, нахрен я начал играть в эту игру? Испытание света. Закрыт. Да блин. Я надеялся испытать свет. Опа. Опять мужик появился из ниоткуда. Пацаны, вам пиздос. Ну я говорю. Я говорю. Но я-то не вы, я-то умный. Я-то туда не пойду. Кто-то окно взорвал. Отлично, молодцы. Так, тут, по-моему, должен быть. Ага. Хорошо. А где сам Феня-то? Так, карточка. Хорошо. Все просто в себя всосал. Так, сохранились. Поехали. Поехали. Бля, что вас убило, народ? Что вас убило? Я не хочу знать. Не-не-не. Не-не-не. Сколько звуков разных. Я знаю, что это за место. Я, кажется, знаю, что это за место. Это SCP... Вот этот? А, нет, это не он. Это какой-то мишка. Ладно! Сыкло никогда, никуда, ничего. А я не сыкло, ёп! Дверь открыта. Она была закрыта только что. Дверь. Ты слышал звук? Вот этот... На заднем фоне. Я могу тебе рассказать про это SCP? Про это SCP я в курсе. Да не надо так кричать. Смотри, если вот, короче, резко поворачиваться, его можно увидеть. А вот это вот, вот оно, смотри. Видел? Видел сейчас? Видел сейчас? Видел? Там какая-то ебаковая хопа сделала. Вот это теперь наш друг. Теперь он с нами путешествует. Я не помню, он нам что-то сделать может? Подожди, подожди, подожди. Ёб твою мать. Не написано ничего, что он мне что-то делает, поэтому я буду надеяться, что он добрый. Бро, пойдем вместе гулять. Я надеюсь, ты меня не убьешь. Я надеюсь, ты меня не будешь пугать. Я надеюсь, все будет хорошо. Я надеюсь, все будет сасно, классно, атасно. Кто вас убил? Ты мыло уронил? Ну да вот этот молодец. А что у тебя? Что это? Валет. Деньги. Ну ладно, я не буду его трогать. Нафиг мне варет, нафиг мне деньги, мне они тут не нужны. От них толку тут нет! Никакого. Скамейка, можно присесть, если ты хочешь, если ты устал. А я не устал, я не буду присаживаться. Вы не можете таскать больше предметов, окей. Короче, вот эта херня, которая к нам сейчас присоединилась, это жук какой-то. Он лазит настолько аккуратно, что ты его можешь увидеть, только если будешь резко поворачиваться. Он буквально на миллисекундочку появится перед твоими глазами и все. Насколько я помню, он не должен тебя убивать, но это не факт. Это не факт, ты мне не верь, я могу быть неправ. Он есть. Просто знай, что теперь за нами везде и всегда гоняется какая-то ебака. Я надеюсь, тебя это успокоит. И если ты будешь думать, что ты одинок, нет, ты не одинок, за тобой гоняется ебака. А тебя это успокоило? Меня нет. Но я надеюсь, тебя это успокоило. Так, где мы? Ага! Я помню эту комнату! Я знаю эту комнату. И сейчас я сохраню. Здорово. Вон он. Фенька! Феня, подожди. Давай я выкину вот это. Тихо. Вот это тоже выкину. И вот это выкину.
поставить. Можно на него посмотреть? И вот это выкину. А вот это возьму. И закрою дверь. Ага! Как думаешь, что произошло? Как думаешь, что произошло? А я знаю, что произошло. Пиздосик нам идет. Вон она. Вон она, вон она, вон она, видишь? Стоит. Стоит! Не ломай мне шею, пожалуйста, она мне нравится! Моя любимая шея. Слышал? Он двинулся! А что я за карту нашел? Карта номер два. Хорошо, хорошо. Все, идем жопой. Идем жопой. Я что-то сейчас слышал. Это не волнует. Слышал, слышал. Слышал, не видел. Слышал, не страшно. Слышал, беги. Так, открыли. Закрыли. Хорошо. Так, что у нас? Карта номер два. На! Нужна номер три. Нужен левел три, чтобы открыть эту дверь. Это, по-моему, камера наблюдения или что-то такое. Подожди, как-то я крутанул слишком резко. Теперь я слышу, как будто там скребется. Слышь его? Да, я его слышу. Так, подожди, по-моему, здесь пробежать можно. Она, по-моему, набирается, 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 а потом активируется. Прав, нет? А, и вот теперь можно пробежать. Помню. Помню это все. Пойдем. Бля, кровь! Кровь из стены! Ну ладно. Капли? Оу, тут два SCP. Ну-ка, могу открыть? Да блин! А тут? Да блин! Чё я ничего открыть не могу? Ребят, ну, короче, не грустите. Я к вам потом приду. Я к вам потом приду. Пока не грустите, пока все нормально, пока я как бы до вас не дойду. А потом я... Оу! Это кто там, блядь, дверями играется? Эти руки оторву, мудак! А, в принципе, играйся дальше, туда не пойду. Не-не-не. Я сохраняюсь так часто. Оу, этой комнаты я не помню. Блин, дофига пообновляли. Череп! Череп! Класс безопасно. Ну, раз безопасно, пойдем. Раз безопасно. Череп, это безопасно? Череп, это безопасно. Поэтому давай его возьмем, давайте почитаем, что такое череп. Не трогай череп. Понятно. Когда люди трогают его, тогда они чувствуют какие-то запахи, шаги и так далее. Эти же, когда они трогают, они дезориентируются. И как... Бля, Феня, я слышу тебя! Подкрался, сучоныш. Думаешь, что не замечу. Не ломай мне шею. Не ломай мне шею, где ты? Где ты? Ёб твою мать! Сука! Так, ладно, стоять на месте я не буду. Ну-ка давай. Что тут? Феня, я слышал тебя. Феня, меня не наебешь. Феня, я не наябываемый. Феня, запомни это. Стакан. Запомни этот стакан, так не надо мне это. Не надо мне это. Ебал, меня испугал. Этот чертяка. Это, по-моему, бесконечный туннель. Да-да-да-да-да-да-да, я помню. Я помню его, это бесконечный туннель. Я помню его и закрою я дверь. Теперь пошли сюда мы. А здесь я вижу еще один. Хорошо. Еще один проход. Так, подожди, а я ж тут кругаря навернул? Я ж тут был. Я ж там был. Ну-ка давай. А, нет, подожди, здесь нет мужика. Нет мужика, значит все нормалек. Да давай бей уже. Бей. Как тебя ударило? Ты был далеко. Как? Как его сейчас это ударило? Ну хорошо, ладно, ладно, нормально. Так, подожди, поближе, чуть-чуть поближе. В прошлый раз мы ж прошли. Слышь? Ага. Четко. 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 Да ёб твою мать, вы что, издеваетесь? Сохранились. Коньку. Пошел жопе. Давай! 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 Чётенько. Ой-ё. Так, ну подожди, а это что за жопень такая темная? Я не понимаю. Я не помню эту комнату. А, я помню эту комнату. Я вспомнил эту комнату. Сейчас, кстати, игра может вылететь. У меня с этим рифтом плохое знание всего. Ладно, этот лифт не работает. Ну хорошо. Я не огорчен. Ага, тут дед был.
дед пердет. Там был. Опа. Подожди, что? Здорово! И привет! Как твои дела? Нормально? Что ты? Мишаня, ёб твою мать! Ты где? Ладно, ладно, Мишаня, я не хочу знать. Я не хочу знать. Блин, дверь закрыта. Идем тогда отсюда. Увидели Мишу. Продуктивная серия. Мы прям много всего понаувидали. Опять электричество? Сколько здесь электричества? Вы что, издеваетесь? Бомби. 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 Меня бомби. Хорош. Хорош. А я могу так тенью интересно пахнуть? Так, вот тут, по-моему... Стоп. А я не помню этой комнаты. Сколько здесь нового? По-моему, это выход какой-то. Ну вот здесь явно. Вот здесь вот явно должна сидеть вахтерша какая-нибудь, баба Зиновна, и такая... Ёб твою мать, это ты? О, ты, ё. Самое главное, SCP здесь. Что здесь снова? Ты сейчас исчезнешь? Исчез. Я не понял. А я... Я ж только что здесь прошел. Мишань, ты появляешься в каждой комнате, что ли? Баб Зиновна, вы видели медведя? Нет? Бабу Зиновну тоже никто не видел. Ну ладно. Ты видел? Ты видел бабу Зиновну? А, она есть. Ну, погнали. Вперед. Так, подожди, я кругаря навернул. Ну, хлеб тебе в рот. Куда я пришел? А, вот. Хлеб тебе в рот, вот этот поворот. Ну, погнали вниз. Я не знаю, что это за риф, но игра может выйти. Я знаю со старых серий еще. Ох, видео. Ачивка открыта. Покажи себя. Кому, зачем, почему. Я знаю, что это. Я знаю, что это. Давай я тебе покажу. Это будет хорошим заканчиванием серии. Я не буду тебе говорить, кто это. Я не вижу, что с маской, что без. Show yourself. О! Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он! Вот оно, вот оно, вот оно! Ну, а мне кранты. Заслуженно, заслуженно. Покажи себя! Это, короче, рептилия, которая постоянно голос других людей использует для того, чтобы загнать тебя к себе. Вот, мы с тобой нашли... Сори. Мы с тобой нашли много SCP. Прям реально много SCP сегодня. Мы с тобой нашли вот этого SCP, который цепляется к нам. Мы с тобой нашли медведя. Мы с тобой... Да кто там, блядь, дверьми играется? Эти руки сломаю! Козёл. У меня есть мой друг, который постоянно появляется возле глаз. Он тебе тоже руки сломает. Он плюнет на тебя после того, как я тебе руки сломаю. Ладно, на этом мы пока что с тобой закончим. Если понравится игра, напиши в комментариях, мы с тобой продолжим в следующей серии. Напишите в комментариях, я не знаю, делает ли что-нибудь вот та хрень, которая появляется на краю твоего глаза. Она типа настолько быстро двигается, что когда ты поворачиваешься, она поворачивается в то же самое время. И плюс она как-то... Что-то она делает между кадрами твоего зрения. Как-то так, короче. Ладно. А, слушай, по-моему, вот так вот можно сделать. Раньше можно было. Ну ладно. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.